Как погодка, Эмиль? А? Как погодка? Хорошая. That's water today. Вода. Только вода. Important. Последняя. Вода. Сегодня. Important. Это не наши шукают, народ там. Ну, мы выкусили. Супер, все только начинается. Пока нормально. Спасибо, Лар. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Президент Федерации хоккея России Третьяк Владислав Александрович. Председатель правления. Президент Континентальной хоккейной лиги Чернышенко Дмитрий Николаевич. Первый вице-президент Федерации хоккея России Ротенберг Роман Борисович. Поздравляю всех нас с этим событием, потому что всех нас, если я скажу, я поздравляю вас, это будет неправильно. Это очень желанная наша победа. Понятно, что победы много не бывает, но вот то, что победа есть, она здесь у нас, это огромная заслуга всех людей, которые вот здесь, и наших болельщиков, которые не только в Татарстане, и за границей, и это вот. Кто нас знает, они все болели за Барс. Отдельные аплодисменты нашим болельщикам. Им Зарипов Данис Зинурович. Те награды, которые мы сегодня получили, высокие награды, получили достойные люди. Достойные люди, которые внесли немалый вклад в победу, в развитие нашего хоккея. Но лично я убежден, что хоккей, в хоккее любая индивидуальная награда – это труд и плод целой команды. Это и спортсмены, и тренера, и массажисты, и врачи, и все, кто вокруг команды, и, конечно же, наши болельщики, и клуб. И, вернее, наш кубок, который стоит здесь, это тоже общий труд и общая заслуга. И огромное всем за это спасибо. Планка, которая у нас есть, мы должны ее держать, поэтому мы понимаем это, будем это делать. Thank you.
он обдумывает.